Если мы говорим о литературе русского зарубежья, об эмиграции первой волны, конечно, все скажут Бунин, конечно, все скажут Набоков, возможно, Замятин, и дальше список ну, через две-три фамилии оборвется. Гайто Газданов в этом смысле и во многих других смыслах фигура мистическая, загадочная, но вместе с тем Является такой неотъемлемой частью а, поколения, во-первых, и той литературы, которую это поколение породило. А, и я считаю, что это, в общем, такая трагическая несправедливость, а, потому что в свое время, да, там, в 20-е, в 30-е годы, он в этом поколении был одним из первых и одним из главных писателей. Да, ну, например, он почти ровесник Набокова, он чуть младше Набокова да, и был отмечен буниным, а бунин, как вы знаете, немногих отмечал, да, а он считал его вторым после Набокова. А французские же а, критики сравнивали его с Камю, например. А, и, конечно, очень много будет, и мы об этом поговорим, аллюзий на Пруста, которого Газданов, как сам признавался, не читал до тех пор, пока его с ним не сравнили. Ему было некогда, он в это время водил такси и пытался зарабатывать себе на жизнь. И переоткрытие этого имени, безусловно, крайне важно для нас, потому что без него, без его такого прозрачного очень тонкого, очень сложно организованного письма, конечно, картина русского зарубежья или одной или двух русских литератур была бы абсолютно неполной. И понимание разнообразия текстов да, первой волны русского зарубежья, конечно, необходимо дополнять именно Газданову.